На Медне в 5 утра, пока большой город еще спал, трое пацанов на электросамокатах совершили уже второй за последний месяц налет на экипировочный центр для охотников в парковом микрорайоне Екатеринбурга, в здании на Ткачей 21. На этот раз один из юнцов, подергав закрытую дверь, дважды бросил большой камень в стеклянный фасад магазина, после чего с ноги проделал в нем огромную дырень и через пролом пробрался внутрь торговой точки. Двое его попутчиков остались снаружи. Минуту спустя пацан пролез обратно в ту же дырку в стекле с рюкзаком, забитым деньгами и ножами, после чего юные самокатчики умчались в ночь, а мгновение спустя к экипировочному центру подкатили и бойцы «Совы». Но на месте внедрения обнаружили лишь разбитые стекла. Ущерб больше 50 тысяч, сообщил в комментариях представитель обворованной компании и уточнил, что в ночь на 7 марта те же пацаны проникли в их центр. Украли тогда деньги, фонарики, топорики и несколько мультитулов, многофункциональных пассатижей, которые в ладони умещаются. Полиция пытается выйти на след налетчиков-электросамокатчиков. Тот, что пролез через разбитое стекло в магазин, мог оставить отпечатки на месте ночного злодеяния.